ночь прошла, настало утро ясное. Вот. Ну, утро не столь ясно, как хотелось бы, но оно настало. И мы продолжаем наше путешествие, и наш путь сегодня лежит в местечко Лонгенфельд, что недалеко от Зёльдена находится. И мы в этом Лонгенфельде, соответственно, будем проживать. Вот весь этот наш период нахождения на горнолыжном курорте. А сейчас мы уезжаем из города и ищем кратчайший путь на автобан, который поведет нас в Альпы, в Австрию, в горы, к солнцу, снегу и так далее. Сегодня 20 марта. Вот в этой части Германии уже совсем весна. Ну, а в тех частях Германии, где мы были раньше, вы были свидетели, там еще пока зима. Продолжаем путешествовать. Мы продолжаем наше путешествие, вырвались на простор оперативный. Мы уехали из Регенбурга, и вот мы путешествуем по полям Баварии. Ограничений здесь нет на трассе, у нас скорость 140. Нас обгоняют, соответственно, можно представить себе, какие там скорости. Вот, дорога сухая, чистая, природа, погода немецкая нас продолжает баловать. Сегодня мы практически в лето попали. Ну, если на улице не выходить, внешний вид такой, летний, зеленая травка и так далее, и так далее. Вот, и наш путь лежит в Альпы. Лежит в Альпы, я уже это говорил, мы едем в поселок Лонгенфельд. По 9-му автобану мы сейчас через 100 километров минуем Мюнхен. И будем выходить уже в Австрию. Продолжаем путешествовать велодороги.ру. Оставайтесь с нами. Характерное место, стадион, красивый такой в виде лежащего на боку колеса. Это Мюнхен. Мы вот в этой зоне, перед нами Мюнхен, вот за этим стадионом виден. А мы уезжаем в сторону Зальцбурга-Инсбурга. Дорога уходит в обход города, как бы мы по кольцевой 99А-99 вокруг Мюнхена проходим. 114 километров с места нашей ночевки в Регенсбурге прошло. Сегодня 20 марта, и мы едем в сторону Альп. Дорога сухая, прекрасная, ограничение скорости щадящее. Ну, иногда 120 рекомендуем, а вообще-то здесь ограничений нет. Можно ехать с любой комфортной скоростью. Небо ясное, снега нет, дождя нет тоже. На улице 8 градусов тепла. А в горах мы утром сегодня посмотрели по телевизору снег, минус 5, минус 10. То есть самые идеальные возможности для катания погоды. Продолжаем путешествовать, нам еще 199 километров до точки назначения. Вот пример того, что пробки бич всех стран. Вот здесь на кольцевой Мюнхена тоже встречаются такие пробки. Единственное, что они связаны вот в данном случае с ремонтом дороги. Скорость здесь не ограничена, поэтому как бы достаточно высокая пропускная способность. Три в одном направлении, три колеи, три, значит, дорожки, да, движения, три полосы. Но тем не менее, когда идет ремонт дороги, тем не менее кратковременные пробки возникают. А в остальном, в общем-то, достаточно плотное движение, но без задержек, с хорошим скоростным разрешением. Вот здесь уже выше 120 разрешено, то есть дорога чистая, сухая, по ней можно ехать. И еще немножко внимания хотел обратить на полотно дороги. Вот почему-то по ощущениям дороги стали похуже. То ли зима была какая-то более суровая, то ли что, но вот периодически даже возникают некоторые рытвины. Понятно, что по сравнению с нашими дорогами это уже, что называется, от жиру. Но, тем не менее, надо отметить, вот такие легенды об абсолютно идеальных немецких дорогах, наверное, уже теперь достояние прошлого. Все-таки есть изъяны на дорогах. Вот, но, повторюсь, по сравнению с нашими, они просто идеальны. Продолжаем путешествие. Такая вот весна уже здесь. Правда, грязновато, но, тем не менее, весна. И запах такой с полей идет, специфический, весенний, ну, оттаяло и попахивает. Вот, а мы на площадке, на стоянке. Сейчас сходим и купим виньетку в Австрию. Наша задача приобрести вот такую виньетку. Мы едем в Австрию и должны купить такую виньету, потому как собираемся пользоваться автобанами Австрии. Пренебрегать этим не стоит. Штраф 400 евро.
и полиция весьма активно следит за наличием этих виньеток. Купили мы их вот в этом прекрасном месте, где можно было покушать, выпить кофе, ну и, так сказать, отдохнуть перед дорогой. А сейчас пора в дорогу, да, мы отдохнули, попьем кофе, вот приобрели вот такой вот кофе. И, так сказать, готовы к путешествию. Кстати, здесь есть еще и туалет-робот, да. Ну, а что это такое, вы сможете увидеть, когда посетите. Ну, а совсем любопытным, которые в ближайшее время не собираются посещать, скажу, что это место, где с вас берут 70 центов. За это вы имеете в виду чистый, вы имеете чистый туалет, который сам себя моет. Очень даже забавно. Плюс к этому на эти 70 центов можно включить стоимость кофе. То есть, как бы, услуга бесплатная для вас, но с условием того, что вы приобретете какой-то продукт. Вот, вот так выглядит стоянка. Поехали дальше, нас ждут Альпы. Вот они, горы, а? Горы! И представьте, они все так же хороши. Да. Мы подъезжаем к горам, и эти виды, ну, вот, радуют. Ну, радуют, действительно, наполняют. Почему так горы нас влияют, я не знаю. Может, какие-то памяти предков, там, высокие, безопасные, там, скалы. Или какие скалы могут быть безопасны? Не знаю. Но почему-то вот... Ну, согласитесь, да, вот бередят, бередят они душу. Несмотря на то, что даже стекло грязноватое, все равно видно, сейчас я его помою, все равно видно, что это вот что-то такое потрясное. Вот, мы подъезжаем к горам, нам еще, ну, почти 200 километров до точки назначения, но вот уже мы начинаем их видеть, как минимум. Хотя едем еще пока более-менее по равнине. Продолжаем путешествовать в восхищенном состоянии, с радостью в душе. Вот. Вот мы пересекли воображаемую границу между Австрией и Германией. По крайней мере, щит уже был, информирующий нас о том, что мы на территории Австрии находимся. Мы в Австрии и продолжаем наше путешествие уже по территории Австрии. Перед нами горный массив. Ну, это мы уже про это говорили. И мы, так сказать, движемся теперь уже к своей цели. Здесь уже ограничение на дорогу. Сейчас вот 100 км в час ограничение. Но, тем не менее... Ага, вот здесь 130, да. Ну, ладно, будем ехать по ограниченной скорости. Тем более, что больше 140 мы, в общем-то, не ездим. Несмотря на то, что этим балуются, большими скоростями балуются местные жители. В Австрии строгая полиция, и всегда, в общем-то, здесь важно соблюдать скоростные режимы и порядки. Вот виньетку, которую мы приобрели, вот он занял свое место законное на стекле. И теперь в течение 10 дней мы можем совершенно спокойно пользоваться автодорогами Австрии, ну, автобанами Австрии. Вот мы и доехали до долины Отсталь. Мы свернули уже с автобана и сейчас будем ехать вдоль вот вверх по этому ущелью. С тем, чтобы приехать в Лангенфельд. Ну, естественно, в Зёльн. Здесь есть такая уютная заправочка, магазин. Небольшой здесь есть магазинчик. Спар, по-моему. Где можно приобрести какие-то вот необходимые припасы. А теперь наша дорога лежит вверх вот по этой, по склону, вот туда. В долину мы, короче, поедем. Вот так вот. Ну вот, мы прибыли на место. И хотя место нашего проживания в этот раз другое, вид остался примерно тот же самый. Вот перед нами горы. Ну, правда, на первом плане школа. Но дети тут смирные и тихие. Да, собственно говоря, нас тут и не будет. Мы будем снова в горах кататься. Но, тем не менее. Вот, вот вид на горы. Такой же пример, как у нас открывался и раньше, с того места, где мы жили. Вот и здесь вот такие вот уютные дворики. Здесь вот церковь. Так что все на месте. Вот с той стороны где-то аквадом. А, вот он виден между домами. Вот между выступом школы, вот там аквадом. Стратегически очень неплохо мы расположились. Вот только мы распаковались, и вот такая картина. Снег в горах. На первом плане это школа, не обращайте внимания, но на втором-то плане горы. Те самые, в которые мы так стремились. Снег, снег, снег. Снег над горами кружится. Да. Тут кирха рядом, поэтому мы теперь будем сверять свои биоритмы с биоритмами высших сил. Вот, ну, не знаю.
Город туманом хмурится, может быть, завтра будем сидеть внизу. Посмотрим. Но мы полны решимости завтра покататься. Похоже, весна в этом году не придет. Вот такие неутешительные выводы мы делаем. Смотрите, что происходит. Мы приехали, можно сказать, была весна, а сейчас опять зима. Город туманом, не то что хмурится, закрылись насмерть. Ой, да, это мы, похоже, снег привезли. Это наша вина. Оно же и наше достижение. Снега для катания явно хватит на всех. Вот так вот. Предвкушаем завтрашний день.